В рамках социального раунда «Маленький пассажир. Большая ответственность» сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели беседу с родителями на детской игровой площадке. Взрослым напомнили о необходимости использования специальных удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров в автомобиле. Рассказали, как правильно подбирать кресло и устанавливать его, чтобы в случае экстренного маневра ребенок был максимально защищен.